Всем здравствуйте. Заехал ворона напоить. Кто не видел маленького журавля, вот они. Маленькие журавли. Красавцы, я не видел ни разу. Взрослые сейчас в кусты ушли туда. Всего два, похоже. Да, ворон. Прикольно. Вот так вот маленькие журавли. Ворон у меня вчера второй шрам получил. Да, ворон? Покажи, вот. Вот, маленько морду рассек. Здесь он по лбу. Пришел вчера в гости жеребец. Два жеребца у нас в деревне. Это шрам года 3, наверное, назад. Тот же самый жеребец дяди моего, помесь тяжеловозом владимирским. Раза в полтора, наверное, здоровее моего ворона. В общем, прибежал вчера за кобылой. Кобыла в соседней деревне гуляет со жеребцами. У нас напряженка на две деревни, два жеребца и кобыл, ну, больше десятка, наверное. И, в общем, в соседней деревне кобыла бегает, третий день перегуливается к ворону. Ворон у меня за колеса привязаны, и за ней вот жеребец второй увязался, и разодрались они. В общем, в этот раз мой легкими ушибами отделался. Вот прошлый год там аж кусок кожи можно было зашивать. Болтался прошлый раз, вернее, это года 2 назад было, или 3. А в этот год вот у него ссадина. Вчера это была небольшая. А тому, то ли он полностью губу выкусил, то ли часть от губы откусил, от верхней. Сегодня вот тот дома стоит, раненый. Вот так вот, в общем, они друг от друга сходят с ума, жеребцы. Такая вот история. Приехал я фотоловушку обратно поставить на место. Как она у меня маленько, дня 2-3 стояла в другом направлении. И что-то мне кажется, она плохо должна была работать. Сейчас переставлю, как была. Чуть-чуть поправлю. Ну и кабанам гостиниц привез. Попробуем. Тормозил, плохо вижу голову его, но вроде время от времени поднимает. Так то ли просто, то ли нет. Может быть, и сам ко мне пойдет против места. Может, выйдет. Метров там, наверное, 70 до него остается, может. Но меньше 100, мне кажется. Хотя, может быть, около 100. Вроде ближе. Проехал уже километров я 15, наверное. Двух коз видел. Справа от меня, не знаю, тоже кто-то ходил сейчас. Но до этого мне ближе подкрадываться. И ветер боковой. Так не знаю сейчас, что получится. Этого посмотрю. Рога вроде лохматые, издалека смотрел. Небольшие. А правее, скорее всего, коза ходит. Ну, посмотрим потом. Что? Рожки лохматые. Два отросточка вроде как. Нет, три небольших. Целенаправленно смотрит, идет.
почуял. На ветер поворачивается, когда смотрит. Может, козлик побольше там идет. Ладно. Сейчас пройду вперед, там тоже кусты. Куда-то он туда смотрит. В общем, вот он шел, как я и говорил, он там, он сейчас орет, но я не понял, то ли он меня увидел все-таки и уже на меня орет, то ли он этого пытается прогнать. Вот так вот. Вот он этот, который идет, смотрит. Смотрит как бы направлением, на того кричит. Все, занимаем позиции согласно купленным билетам. Нет, драки не будет. А жаль. Сейчас угонят друг друга. Ну да, вот этот покрупнее, покрупнее. Килограмм так на 7, наверное, минимум. Готовится, в общем, вдруг ему все-таки молодой надерет задницу. У него хвост не вылизанный. Ну, ё-моё, то ли драка-то будет, то ли нет. Это тоже скоро уйдет. Это он удобряет. Жизнь косули называется. Ну, вроде, короче, они подружились. Ну, что я скажу, я почти обошел. Но меня тот, который побольше спалил, вон он там, он стоит, сейчас смотрит на меня. Метров 50 до него. А второй прям где-то за кустом. Пришлось быстрые движения сделать, чтобы спрятаться. И подшумел, в общем. Может, сейчас.
посижу. Все, ко мне он уже не пойдет, наверное. Очень интересен. У меня уже нога, правда, затекла, все щиплет.
Сейчас я считаю шаги. В общем, вот он возле кустика стоит. Ну, чуть за кустиком. А то я их так долго буду снимать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 35 метров, 35, не больше. Но это он ушел. Эх, солнце. А вышел. Вышел он вот тут здесь. Мимо вот этого куста. Я вот в березках сидел. 20 шагов. Вот так вот. Такие косули. Главное терпение и тишина. А там он подойдет. Хоть за рога лови. Ладно, иду за вороном. Если ворон тоже никуда не ушел. Пади не должен. Еще один козлик. Тоже три отросточка. Вроде симметрично смотрятся. Размерчика тоже неплохого. Сам по себе бегает. Ладно, поехали мы дальше.